Проверь. У нас два мешка мусора, потому что в одном пластик, а во втором бумага. Придержи, пожалуйста. Мы сейчас стараемся, когда идем на улицу, брать с собой эту маленькую бутылочку. Ели 7 дней арбузы, а потом на следующий день поели салат, поели, потом купили рис, сделали рис с этим и купили соевый соус. Так у нас, короче, на следующее утро, ну, мы взяли рис, мы взяли нори, такое, типа, как, я думаю, все знают, что такое нори, это как водоросли такие для суши, которые делаются. Вот, мы взяли нори, но у нори не обычные листы, а есть здесь продаются такие, как кусочки просто этих нори. И мы просто взяли рис с этими кусочками нори и залили соусом соевым. Так на следующее утро, когда я проснулся, у меня было настолько залитое лицо. Я просто проснулся, у меня опухшее лицо было. Я смотрю на себя в зеркало, а у меня веки прямо вот так лежат на этом, на моих ресницах. Это была жесть, конечно. Такой просыпаешься сразу, как какой-то сурок. У нас, короче, зимой было холодно. В этой комнате, там, где мы спали. Снимочки. Вот, и я заклеивал полностью скотчем, то есть вставлял бумагу вот так сюда, в салфетки, и заклеивал потом скотчем. И я купил, короче, дешевый скотч, и он вот такой поставлял кучу следов. Вот. Вот. Тут Соня просто уже очистила, а здесь уже не видно. Соня тут уже нормально очистила кусок. Вот так он выглядит, вот тут надо просто еще отклеивать вот это вот. Вот это видите, какие дырки. И вот там даже вот салфетка еще видна. Это все надо подклеивать осторожно. И вот это поочищать. Потому что нам потом, когда надо выезжать с квартиры, то хозяин будет проверять полностью там мебель и квартиру, в каком она состоянии. И мы ему оставляли как бы депозит. И если что-то нарушено, там какая-то мебель испорчена, то он просто будет изымать из нашего депозита оттуда. Там депозит у нас 450 евро. А если все в порядке, как бы так как мы заехали, так все и осталось, то нам просто вернут наших 450 евро депозит. Мы сегодня досмотрели сериал «Чернобыль». Нам он действительно понравился, поэтому, кто не смотрел, советую посмотреть. А так, в основном, после того, как мы с Соней купили арбузы, сидели дома, смотрели YouTube. Вчера, кстати, закончился челлендж, такой первый этап, то, о чем я вам говорил, то, что мы с братом создали чат в Телеграме. В принципе, все. Завтра я сегодня подумаю, какие дисциплины как бы на второй этап, что взять. И думаю, отдельно буду снимать даже видео на YouTube по этому поводу. Такой лайтовый день, особо мало чего делал полезного. Не тренировался сегодня, не читал, испанский не учил. Такой день на минималках. Все, ребят, всем пока.